дев'ятини справили по Юрію Шундрову. Легендарний воротар хокейного клубу «Сокіл Київ» пішов за життєвий обрій на 63-му році через проблеми з серцем. Тим, хто бачив його гру, пощастило. Чому Шундрова канонізували вболівальники київського «Сокола»? Прощалися з Шундровим на ганку занедбаного спорткомплексу «Авангард», який наче уособлює сьогоднішній стан справ в українському хокеї. Коли грав Шундров, все було по-іншому. Час невблаганний, легенди відходять. Хокеїсти різних поколінь київського «Сокола» і збірної України, палкі прихильники клубу і таланту майстра найшвидшої гри, прощалися зі своїм легендарним колегою і кумиром. Як йому запам'ятався, ну, був професіонал своего дела, конечно, это большая утрата для всех нас, для хоккея украинского в целом. Юрий был как отличный спортсмен, вратарь, как и человек, будем говорить. Всегда знал, будем говорить, когда можно где-то на кого-то надавить, когда можно где-то с кем-то поговорить. Как спортсмен он играл до конца. В каком плане, что, будем говорить, где-то было тяжело, да, травмы там. Вратари – это особые люди, будем говорить, но он играл до конца, сколько выдержал. Саме з ім'ям Шундрова пов'язані найгучніші успіхи столичної команди «Сокіл» у 80-х роках минулого століття, коли кияни неодноразово обігрували у хокей московські клуби, а 85-го вибороли бронзові медалі чемпіонату Радянського Союзу. Шундров тоді бездоганно грав на останньому рубежі київського «Сокола». Ось фрагмент репортажу Валентина Щербачова з коментарем Шундрова одразу ж після здобутої «Соколом» історичної бронзи. Самое-самое трудное в вашей карьере вратаря? Ну, самый трудный, какой случай, который, в общем-то, вас? Ну, в прошлом году вот самый трудный был случай. Я тяжело заболел, не мог долго вернуться в строй. Ну, вы верили? Ну, да, вернусь, все нормально. Конечно, верю. Только за счет веры, да? Да, вера, и доктор помог, и сейчас он мне хорошо помогает. У меня еще не совсем так здоровье поправилось, так что... Благодаря доктору. У вас есть боязнь каких-нибудь нападающих, соперников таких? Нет. Существует ли такой комплекс? Волков боятся, в лес не ходить, чужих боятся. Чужих бывает, я ошибаюсь, все бывает. Но надо не бояться ошибок. И самое большое желание, ваше самое большое желание? Оно исполнилось, самое большое желание. Третье место. Залучали Шундрова і до лав радянської збірної, але щоб скласти конкуренцію Третьяку, треба було перейти до московських клубів. Шундров на це не пішов. У нього був свій клуб і свій тренер «Сокіл» і його наставник Анатолій Богданов. Він пройшов школу хорошу. Це, во-первых, детскую спортивную в Пензі. І в «Соколі», коли був Анатолій Васильович Богданов. Я думаю, це дуже багато. І, во-первых, у нього конкуренція була. В то время великолепно играл Третьяк. Я думаю, это и конкуренция, и в то же время ему не повезло. Он бы сыграл на более высоком уровне, и думаю, не хуже Третьяка. Что значит не повезло, то, что я играл в одно время с Третьяком? Я мог быть его дублером, скажем, при определенных обстоятельствах. Впереди я в любой из московских клубов, а предложения были из «Спартака» и «Динамо», я бы играл с Третьяком в одной такой команде, в сборной СССР. Ну, так как, я не знаю, что здесь сказать, верность клуба или чего ли. В общем, верность тренеру. Я очень уважал Богданова, очень уважал. И, как вы говорите, болельщики меня любили. Меня, видимо, и Богданов любил, хотя карал за все про все нещадно. Мелкие провинции бывают, бывают и не очень мелкие. Но я его любил, и он меня любил. Ну, так любовь мужская, надо правильно понимать. Не в современном виде. Коли товариші Шундрова по команді вже позавершували кар'єри, він залишався в строю і виходив на лід аж до 99-го року, заклавши підвалини успішного виступу збірної України на Олімпіаді у Солт-Лейк-Сіті, єдиного за усю історію українського хокею. Потім передавав свій досвід молодому поколінню. Проводжали Шундрова в останню путь мелодією «Трус не грає в хокей». Дійсно, це лічність хокею. Не просто України, а, я думаю, і всього СССР. Це великий чоловік. Много сделавший для украинского хоккея и мирового в том числе. И таких людей все меньше, к сожалению, меньше. Это хоккейный человек. И говорят, что вратарь полкоманды. Ну, для команд, которые Юра играл, он был больше, чем полкоманды. Своим отношением
подготовкой к игре, тренировках. Это был маяк. Руслан Свирин, Дмитро Олефанов, телеканал «Київ».